офиса. Я преподаю систему исцеляющий импульс в Киеве в Кутве уже больше 3 лет. Я занимаюсь с людьми здоровьем комплексно. Кто-то приходит за тем, чтобы нарастить мышечную массу, кто-то приходит, чтобы похудеть к лету, кто-то приходит взять эффективную систему, которая будет с ним каждый день без осевых нагрузок, без тренажеров, без штанг, только собственное тело, самосопротивление, сила земного притяжения, еще ряд хитростей, делаю систему просто волшебной. Я с помощью этой системы восстановил свое здоровье, у меня была операция на позвонке L5-S1, это 85% операций приходится на этот позвоночник, после чего мне врачи сказали, что 1,5 килограмма в каждую руку и все, ни кайтсерфинга, ни мотоциклов, ни походов, туризма, все закончилось. То есть 35 лет, это было 4 года назад, мне сказали, что все, полноценная жизнь, больше не будет ее. Я искал и нашел эту систему волшебную, реабилитировал себя и увидел в ней свой путь и настолько в нее поверил, что несу эту систему и буду заниматься этим, наверное, всю жизнь, потому что верю в нее. Я вижу результаты своих друзей, своей мамы, своих близких, как они восстанавливаются, как у них появляется уверенность в себе. Система очень простая, она может использоваться в домашних условиях, может быть на даче, в походе, в горах, даже сидя в одиночной камере, человек может быть не только здоров, но и атлетически сложенный. В систему входят, естественно, физические упражнения, очень простые и очень эффективные. Это питание, это голодание, это закаливание, это режим дня, плюс духовная составляющая, либо для кого-то это может быть психология. В клубе я сразу провожу с людьми собеседование, находим слабые точки, находим их цели, смыслы жизни, определяем курс, куда они будут двигаться, и на это все накладываем систему импульс. Естественно, я рассказываю о мировоззрении, о том, как наши мысли и эмоции влияют на нашу судьбу, на нашу жизнь, на наши события. Я привожу медицинские факты, факты научных исследований, в том числе Нобелевские премии. Это и про голодание, это и про социальные исследования, про комплексное развитие человека. То есть я очень доходчиво, внятно объясняю людям, что, зачем нужно делать, чтобы быть максимально гармоничным и счастливым. И чтобы для всего этого была энергия, где ее взять. 17 числа, Inveria Flow Space, двухчасовой мастер-класс. Смотрите более подробно ссылку в описании. Приходите. Будем общаться, буду делиться опытом и сможете задать свои вопросы и, возможно, даже что-то физически сделаем и заберете себе домой комплекс упражнений на каждый день.